Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Яно Самайоктам Бинда Ванам Манохарам Ванча калпадару эшки пасинду бевач, патитананг павоне бхавишнаби бьо намо нама, мукан кароти бача ланг пангун ланг хетгирим, ядки патам ханг банди парамандамадам, бриндавай тулсиде бой пиавай кешвасвача. Шна бхакти пади деви сатта ваттвай намо нама Нараяна намаскритта нарунчайва нараттама Девин сварасватин вясам тату жайо мадира Шанкиртане Кришна катопадеше Гаурия патрашо пракасанеча Садану ракта гуру бхакти йогто Бхакти Прамодакхя Ягод Варуна Дхайям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Бхитатихам Панатопалья Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранарвиндам Ятпад Паллаванакха Чандамани Чатая Биспуриджита кимапигапавадушва дарши Пуранану рагара сасагара сарамурти Сарадхикамай кадакипам каруш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламмита бужо канука бодату Шанкитанайка питару камала ятакшо Вишамбару диджабару джугадхарма пало Банде джагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам, Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам. Бхуктин чамуктин чадада синитам Бхавану рупе насада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманга мада пхарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджусва Бадане Лакшмир Джасва Чавакшаси Джасасти Хидай Самби Ваншинга Махамбаджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе.
Nikhila Bhavana Maya Chinna Vichinna Karti Vibhuda Bahula Migyam Mukti Mahan Tadatri Shithilito Vidhiraga Radha Radhe Shadhani Bilasatu Hrida Nityam Bhakti Siddhanta Bani Bilasatu Hrida Nityam Bhakti Siddhanta Bani Gaudiya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told that to try to get entry into aprakita diversity Gaudiya Goshtipati Сишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что попытаться войти на путь духовного разнообразия с материальной концепцией, с материальными представлениями, это практически невозможно. Это только доказывает недостаток недостаток нашего разума. На самом деле, много раз я говорил, что перед тем, как начать баджан, мы должны будем предаться лотосным стопам Гуру Вайшнавов. Это основа. Без предания лотосным стопам Гуру Падмы мы не можем начать Хари Баджан, чтобы говорить о чем-то большем. И вот в начале всего мы должны контролировать свой ум. В Бхагаватам говорятся такие слова. Вначале всего мы должны контролировать свой ум, что практически невозможно, но это возможно, поскольку благодаря преданию это возможно для нас. И тогда недостаток веры в Гуру Вайшнавов или недостаток веры в Шастры, в Сиддханту, он не позволит нам начать Хари Баджан. В этом проблема. И вот малейшее неверие в Гуру Вайшнавов и в их Сиддханту, это принесет нам огромные проблемы. Сам Саятма Винаш Йети. И вот до тех пор, пока мы не попадем на абсолютный уровень, мы не можем принять. Мы не сможем принять ту Сиддханту, которая есть у Гауди. Это поскольку телесная концепция, мы всегда заняты нашим телом, и эта материальная концепция, она не позволит нам находиться на нейтральном уровне, чтобы понять, например, ту же Дайва Варна Шрама. И если мы всегда заняты нашим материальным умом и телом, то это невозможно. Обусловленные души всегда думают о своих каких-то личных корыстных благах. Они не заинтересованы в том, что случится. И вот мы слышали, что общая собственность, она ничья. И также это духовное наследие, но открыто для всех, и поэтому мы так к нему безалаберно относимся. Но те, кто совершает баджан, они достигнут успеха, а те, кто не совершает, соответственно, нет ключ к хари баджану. Это избегание асатсанги, асатсанга тьяка и вайшнавачар. Если вы сможете аналитически подумать и поймете, вы вне асатсанги или нет, так или иначе, прямо или косвенно, мы всегда совершаем асатсангу, и это причина, по которой мы не можем понять апракрита, сиддханта вичара. Это невозможно. Я уже говорил, я могу эту шлоку объяснить чуть позже. The bichar, I mean any kind of bichar,
Любая сиддханта, данная Шрила Прабхупадой, она подобна эволюции. Это не то, что для нас тяжело понять. Даже какие-то великие духовные лидеры, они это не всегда могут понять. И вот перед тем, как спорить, я думаю, мы должны аналитически подумать, почему я говорю все эти вещи. У меня нет никаких корыстных личных интересов. Это мои личные, это мои попытки вести вас должным образом, не принимая никакой славы и почести от вас. И поэтому я могу говорить о таких возвышенных вещах, иначе это невозможно. Это мои попытки помочь вам без какого-либо корыстного интереса, и поэтому не думайте, То есть не с политическим настроением не стоит к Махараджу подходить. И вот какие-то преданные спросили какой-то вопрос. Я по милости Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура и Гурудева могу ответить на любой вопрос. В этом не проблема, но прочтя этот вопрос, я понял, и вот, прочтя ваш вопрос, я могу понять, слушали ли вы Харикатху или нет. Много раз я говорил вот эти слова. Нет, очень важна варнана, важна до тех пор, пока мы пребываем в обусловленном состоянии. И вот много вопросов возникает. Вот, в частности, любой человек, имеется в виду мужчина, может зачать ребенка в чреве любой женщины. Вот Юдхиштхир Махарадж спросил у Накхушраджи, он спросил, Юдхиштхир ответил, что нету таких физических этих ограничений, поскольку вот, например, любой человек может физически, он может зачать ребенка в чреве любой женщины. Но можно наблюдать, что такое происходит достаточно часто. Но как мы поймем, кто Брахман, а кто нет, в этом главный вопрос. Но смотрите, находясь на нейтральном уровне, я должен говорить так. И вот еще хочу сказать, что если после слушания Харикатхи, если у вас смирение не развилось, это показывает, что Харикатху вы не слушали. Слушание Харикатхи значит сатсанга. Сатсанга значит, мы избавимся от нашего материальной обусловленности. А если мы избавимся от нее, то тогда поймем, что есть что. И вот, например, есть какое-то большое здание Замидара какого-нибудь, там, где никто не жил. И вот и какая-то государственная контора приходит с фонариками в это темное заброшенное здание, когда они освещают это здание, но тьма, она
уходит, и также с дикшей. Если наша дикша совершена и наше самопредание совершено, то автоматически мы можем получить милость Гурудева, чтобы все осознать, а своими личными попытками мы ничего не сможем понять. И вот also from Switzerland and different places. Это вопрос вот о дикше, и какие-то преданные со Швейцарии спросили такой вопрос, что я удивлен был. Ответить, конечно, могу, но это несколько часов займет, чтобы ответить. Вопрос в том, как мы можем понять, что Шриман Махапрабху был трансцендентен, и его спутники тоже трансцендентны, поскольку от них остались их эти самадхи. Но имеется в виду кости, и еще что-то от их тела осталось. Если они трансцендентны были, то они должны были полностью уйти в духовный мир. Вот вопрос в этом. И вот смотрите, общество сейчас очень деградировало, и понять в таком обществе, кто браман, кто не браман, очень тяжело. И кто апракрита браманатью имеет. Но есть процедура, смотрите. И у нас есть наставление из шастры, из гиты. Что делать, что не делать. Мы должны принимать это решение на основе шастр. И вот если какой-то гуру или какой-то гуру говорит какую-то ересь про вас, Махарадж говорит, что настоящий гурудев никогда не может говорить то, что не поддерживается шастрами, он говорит все в соответствии с шастрами. Ну, может, конечно, он хочет проверить нас и говорить что-то не соответствующее. И вот Питама Бишма говорит, тот, кто не понимает, что такое хорошее, что нет, что согласно шастрам, а что нет, и говорит только в соответствии с своим беспокойным умом. И в этом случае мы не можем принять такого гуру, даже если в Харибхакти Виласе говорится так же, и Джива Госвами говорит в одном месте об этом. И вот Махарадж уже говорил, что Питамаха Бишма, он отказался от своего гуру, поскольку тот говорил ну, какие-то недостойные вещи. И вот такие наставления мы находим. И вот в начале всего мы должны думать, что если есть гуру Крипа, милость гуру на нас, то только с помощью этой гуру Крипы мы можем осознать всю Сиддханту Шастра. Будьте осторожны с этим. И вот даже в Хари Бхакти Виласе и Джива Госвайпа также говорит об этом, что если Гурудев не уничтожит наши сомнения в нашем сердце, сам Шаятма Винашети. И вот если различные виды несоответствий в нашем сердце возникают, то эти сомнения, когда они приходят, то только Садгуру, Гурудев, он может избавить нас от этих сомнений. И поэтому они Садгуру не только то, что мы можем запомнить все шастры и говорить, чтобы получить какое-то признание от людей. Нет, самосознание, оно первостепенно. И вот я попытаюсь развеять все ваши сомнения и все вопросы, которые вы спрашивали у меня.
И вот в Махабхарате мы можем изучать Махабхарату, Чайтанья Бхагавату, Чайтанья Чайтамриту, и там мы можем найти ту же самую Сиддханту. Но проблема в том, что мы не заинтересованы в этом, а интересуемся только какими-то телесными концепциями, кто откуда происходит, какого цвета тело имеет и прочие такие телесные негативные вещи. Но вот согласно этой шлоке, и вот в Чайтанья Бхагавате также говорится, что для вайшнава нету каст и прочих концепций телесных. Вайшнава выше этого, и варнашама дхарма, она практически бесполезна, но для обусловленных душ она очень полезна. И чтобы доказать это, Харидас Такур явился в мусульманской семье, чтобы просто доказать, что в Харибаджане это не столь важно, это наше происхождение тела. И сейчас в Махабхарате, в какой-то части Шалвапарва, Умадеви спрашивает Махадева, и вот перед Махадевом, лучшим из вайшнавов, его жена Ума Шакти спрашивает, и Махадев отвечает, как это возможно. У меня сомнения в этом. Ты безгрешный, чистейший. И скажи мне, у меня есть сомнения, что как кшатрии, вайши и шудры становятся браманами, как это возможно для них стать браманами, поскольку в шастрах видно это. В шастрах мы можем видеть, что много таких случаев, что они становятся браманами. Васиштха Муни, например, родился от Урваши. Абьясадева. Риша Симха Муни от оленя родился. Дроначарья из этого колчана. Агастья из этого пичера. Кушина. И вот они достигли такого великого уровня, что они дают наставление нам. И вот Шанкар Бхагаван говорит, да, это возможно. Кшатри, вайш или браманы, если их сердце согласно прошлым самскарам хорошо, позитивно, они имеют веру в Верховного Господа. Вот если они заинтересованы следовать браманскому ачару, и поэтому пытайтесь понять сначала, что браман — это не тело, что мы можем сказать, что я вот родился с такой здесь, а вы там в другой стране, поэтому мы выше. Браман — это не цвет тела, это не рождение в какой-то семье, это не... Это, или в какой-то стране, это не та семья, из которой он происходит. Браман – это тот, у кого есть ясное представление о брамане, то есть те, кто заинтересованы в брама-таттве, и те, кто следует всем правилам и предписаниям браманической жизни, это автоматически происходит. То такие люди, они браманы становятся. Я уже говорил, 84 этих
сына, или сколько, ну, в общем, большая часть сыновей Ришабхадева браманами стала. И вот муни, и вот Вишвамитра муни, он дал указание своим сыновьям, что вы должны следовать Суна Сену. И кто-то из них следовал, кто-то не следовал. И Вишвамитра муни проклял их. У меня нет места для вас. И поэтому они стали млечками. И таким образом в шастрах мы видим различные примеры. И вот Шанкар Бхагаван говорит, что не столь важно, в какой семье кто-то родился, может, кшатри, вайша. Если они следуют брахманскому ачару, если они принимают жизнь, уклад жизни брахманов, то они брахманы. Если вы следуете шастрам без должного руководства, то тогда вы буквально потонете в океане сомнений, беспокойств и прочего. Если вы будете изучать сами шастры, то вы сомнения разовьете. Только сомнения за сомнениями вы можете буквально убить себя. Я уже несколько лет назад говорил, что какие-то люди думают о себе, что они пандиты, могут изучать все книги, а потом, изуча книги Госвами, они приходят к выводу, что Джива Госвамипад не следует вообще Санатани Рупе. И что еще говорить о таких людях? Они годы за годами изучают эти книги и в итоге приходят к такому заключению, что Джива Госвамипад не следовал Рупе Санатани. И что мы можем сказать о таких людях? Джива Госвамипад, он не поддерживает Паракию. Вот они хотят доказать это. И таким образом, если вы хотите изучать шастры, это очень опасно. Вы не вероятность, что их понять очень мала. Я не знаю, кто вы, кто ваш гуру, как вы посвящение получили и прочее. Вот находясь на нейтральном уровне, я говорю об этом. Я не хочу критиковать никого, но тело – это не брахман. Материальный ум – это тоже не брахман. А другие, ваш садачар, ваше самскара, ваше сердце может показать, что вы брахман. И поэтому в тот день я говорил, Махапрабху говорил, перед Сарвабхаумом Бхаттачари Амокхам, он спросил, зачем ты призываешь этого Чандала Мацарджу, зависть. Это естественно, что сердце брахмана, оно чисто. И вот если какая-то грязная политика и прочее, какие-то эти страдания от своих желаний, еще я то не получаю, то не получаю, больше почета надо, славы там, еще что-то и прочее, эти ненужные вещи, которым люди стремятся, и для таких людей баджан тоже один из видов бизнеса. И как можно говорить про таких людей, что они браманы? Если они браманы, то их сердце должно быть чисто. И вот смотрите, это естественно, что сердце брамана, оно чисто. И нет никаких сложностей, никакой политики, никаких проблем. А если там какие-то проблемы возникают, то как мы можем знать, что кто-то шудра? Я или вы, например, каковы признаки? Может, кто-то ведет себя по-другому, но будьте осторожны, если
Человек лицемерно себя ведет, может, день, два, три недели, но потом в итоге можно обнаружить грязное сердце такого человека. Он не сможет всю жизнь себя так вести или даже долгое время. И если у человека постоянно есть какие-то желание, не, он всегда не удовлетворен, что не то не получаешь, что-то еще ему постоянно надо все время, это один из признаков шудр. И такие люди, они шудрами являются. И понять, кто такой браман, а кто шудра, садгуру и вайшнавы, у них их сердце, их глаза, они подобны рентгену, они моментально могут определить, что в вашем сердце. И также можно вспомнить Судама Випра и Кришна, когда они отправились в Двараку, то в этом случае перед Судама Випрой Кришна спросил: ты женат наверняка и женился на подходящей девушке. А еще вот Махарадж замечает, что жениться нужно на подходящей девушке, поскольку даже физически может несовместимость быть, не говоря уже о варне и всем остальном. И вот смотрите, в этом случае он спрашивает: ты наверняка женат, и жена наверняка подходящая тебе. Что значит подходящая жена? И вот в ведической мантре, в Риг-веде, если эта свадьба совершается согласно ведической системе, то если вы и вот произносите такая мантра, в ней говорится, что с сегодняшнего дня мое сердце, оно совпадает с твоим сердцем, и никаких разногласий у вас не должно быть. И вот свадьба, значит, женитьба – это объединение двух сердец, имеющих два разных тела. И вот негативное и позитивное, они балансируются друг с другом. И вот в химии есть такое понятие, как это когда щелочь с кислотой смешивает, она нейтрализуется. И вот здесь что-то похожее. I can speak this way. If you have your, you know, saranagati, you can accept it. Marriage, according вот, to conception, is one kind of enjoyment. Свадьба это. But according to Vedic culture, согласно, то есть это женитьба, она согласно обычным представлениям, она похожа на наслаждение, но согласно ведическим идеям, это не так. Это я могу шлоку сказать, подходящую к этой теме. И вот Махадев Шанкар Бхагаван говорит, и вот если они следуют правилам и предписаниям должным образом, то в этом случае, если они следуют всем брахманским правилам, то тогда проблем нет, и они могут И вот в Рай Рамананда Самвати это описывается, там лекции Шрилы Прабхупады Бхакти Сиддханты Сарасвати на берегу Годавари, где это случилась дискуссия Рамананды и Махапрабху, то сначала он спросил о садхан-сатья-татве, как продвигаться дальше. И вот Рай Махашай спросил Махапрабху, наоборот, точнее, о, что ты думаешь? Hare Krishna.
Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Actually, at the bank of Godavari. И вот на берегу Годавари. Махапрабху обсуждал с Рай Раманандой о Рай Махашой, ты можешь сказать что-либо о Бхаджан Таттве. И вот вначале всего Рай Махашой начал говорить такие слова. Варнашрама Дхарма – это один из видов Бхагавад-севы. Через Варнашрама Дхарму возможно совершать Бхагавад-севу. Но вы должны понять, что такое Варнашрама Дхарма. И вот здесь это тоже возможно через Варнашрама Дхарму. Возможно служить Верховному Господу. Вот Рая Махашой говорит из Вишну Пураны. Вишнур арадхате панта наннастаттушу каранам. So, this shloka, if I explain, you can вот, understand. Если я объясню эту шлоку, вы поймете, значит, через Варнашрама Дхарму это возможно служить Верховному Господу. So, it is one kind of procedure. So, и это один из видов, один из путей служения Верховному Господу. И когда Бхагаван Шри Кришна говорил с Судамой, то вот он спросил, может, ты женился на подходящей, согласно Варне и Ашраму, на подходящей девушке. А если кто-то нарушит нас, то нарушит, то есть если мы нарушим эту систему, кто нас поймает? Поскольку сейчас люди делают все, что хотят. Но если вы верите в слова шастр, если мы все можем, сможем следовать этой системе, то тогда мы получим некий уникальный результат. И вот смотрите, Брахман – это не тело, не цвет, не тело, не материальный ум, не происхождение. И таким образом мы можем доказать, что Брахман – это сердце, чистое сердце, где нет никаких сложностей, никакого лицемерия и ничего негативного. Сарол значит чистое сердце, не должно быть никаких этих запутанностей. Но иногда мы видим какие-то глупые люди, но имеется в виду на каких-то людей, говорят, что они... То есть санскрите это похоже слово саралата, то есть он может быть просто глупый и простой. То есть это разные вещи совершенно. И вот иногда мы путаем. Например, кто-то гениален, и что много гениев может быть в обществе, но они далеко не все совершают баджан. И гениальный дух может быть, а хари баджан – это функция души, а не материального ума. И вот недостаток веры в Гуру Вайшнава, в шастры, оно не позволяет нам начать хари баджан. В этом главная проблема. Ложное эго может разрушить нашу духовную жизнь. Будьте осторожны. Если у вас есть какой-то честный этот вопрос, тогда мы можем спросить и получить решение своего вопроса. И Садгуру должен решить любую проблему, с которой мы сталкиваемся. И вот смотрите, если есть сомнения, Джива Госвами Пад говорит,
А если я не дам, не получу ни решения от моего Гурудева своим проблемам, то в этом большая сложность, поскольку сегодня или завтра мы разовьем сомнения и своего Гурудева из-за того, что он не отвечает, не может решить наши вопросы, в этом и проблема. И вот в шастре говорится, Шабда Брахма, значит, все авторитетные писания, суть шастр, мы должны осознать по милости Гурудева все это. Вот эти слова значат, что Гуру должен быть сведущ Шабда и Парабрахме. И что мы можем ожидать от Гурудева? Не то, что Гурудев может дать нам денег, положение в обществе, славу, почести и прочее, нет. Гурудев может дать нам прямое осознание своего баджана, то, что он делает все время. И вот Гурудев все время совершает баджан, это его... его признак. И также Гурудев может вложить чувство севы в наше сердце. И если мы искренни, и мы можем получить вдохновение совершать это служение. Много раз я говорил, что Варнашрама Дхарма, это научная, да, Варнашрама. Если мы можем применить это в нашей социальной жизни, то постепенно мы увидим позитивные, хорошие результаты. Но мы должны пытаться, по крайней мере, в области своего баджана применить это. Если все это нарушают, то кто что... Кто кого может обвинить в том, что они не следуют? Много раз я говорил, что в Ясадев родился в семье рыбаков, например, и Васишта Муни в Атурваше, но все они достигли, они показали нам свои божественные качества, и таким образом это возможно. Но это не значит, что я могу беспокоить общество. Шрила Прабхупада, он хотел такое нам показать. Сейчас я хочу показать, что Шрила Прабхупада хотел дать нам. Шрила Прабхупада достаточно давно. И вот он был в Калькутской Гауди миссии, Шрила Прабхупада был какой-то этот борец за свободу, который имел великую веру в Гуру Вайшнавов и Бхагавана. Его мать, она слушала харикатху от Шрилы Прабхупады, и вот этого человека, нет, это же Субхаш Чандра Бос звали, он был такой выдающейся личностью, занимал высокий пост в этом, в Индии. Он имел веру в шастры, его мать слышала харикатху в Гауди миссии. Вот однажды он захотел встретиться с Шрилой Прабхупадой, он был занят в этом... в борьбе за свободу, за освобождение Индии. И вот я слышал от Гурудева, Гурудев рассказал мне, однажды этот Субаш Бош пришел, и я был там, и вот он спросил, может ли он встретиться с Шрилой Прабхупадой. Я подумал, что нужно пойти спросить разрешение сначала. Я сказал Шриле Прабхупаде, что кто-то пришел, как зовут его? Субаш Бош, и вот хочет прийти, милость от вас получить, хорошо, позвольте ему прийти. И вот к Шриле Прабхупаде несколько человек могли всего заходить. Вот Шридхар Махарадж, например, ну еще кто-то там. И вот этот Субаш, вот этот Нетаджи Чандра Бос пришел, слушал Шрилу Прабхупаду с великим вниманием. И после этого Шрила Прабхупада спросил, какова
цель вашей жизни? И он ответил, моя цель освободить мою страну Индию. Я хочу, чтобы Индия обрела свободу. И Шрила Прабхупад сказал, что вы будете бороться с англичанами. Да, конечно, будем бороться. И Шрила Прабхупад сказал, я слышал, вы только что сказали, что вы читаете Гиту. Вы всегда читаете Гиту в своей жизни. Даже когда он, ну, в общем, каждый день он Гиту три раза читал, три раза в день. И вот Шрила Прабхупад спросил, смотрите, в Гите в этой есть такая шлока, верите ли вы в то, что когда человек умирает, то его душа входит в другое тело. Да, конечно, верю. И тогда вопрос вам. Сейчас вы боретесь с англичанами за освобождение Индии. Это, конечно, хорошо, но смотрите, в следующей жизни вы родитесь в Великобритании и будете сражаться с Индией. Он был ошарашен. Да, действительно, что делать? Я уже пообещал народу, что буду сражаться. И вот... It's all apparent. This life he is taking birth in India. Next life he is going to take birth in Great Britain. Still next birth he is going to take birth in Africa. И вот так, если кто-то родился в Индии сначала, потом из-за того, что боролся с англичанами, думал о них. Родиться в Англии, потом в Африке, какой-нибудь, потом еще где-нибудь, но смотрите. Но если кто-то будет совершать Харибаджан совершенным образом, то такой человек может достичь, по крайней мере, брахманизма в своем сердце и потом может продвигаться дальше и взойти на асану Вайшнава. Вайшнава асана – это самое положение Вайшнава, это наивысшее положение, наивысший уровень брахманизма. Я много раз говорил, что даже чандал, вы уже знаете, Гухак чандал, например, он обрел милость Рамачандры, Сабари Мата. Is going to get Kripa, Abraham Chandra, Gurudev, first Gautam Muni. Потом еще кто-то, и в Бхагаватам много свидетельств. Мы знаем из Капила Дев, говорит Девахути. Девахути говорит, после услышав много Харикатхи, много Сиданты, Девахути Ма, она говорит, что любая каста, а вне зависимости от касты, те, кто совершает Харибаджан, он достигает наивысшего уровня чистоты. Jajju Bhagya Bharatat Namato Vyam Te Purus Tapaste Juhubo Susnurarya Brahmyana Uchuranama Grinanti Jete Sajannama Dhyo Savanano Kirtanat Jat Prahavanat Jat Smaranadupi Kachit Shadu Upi Shadda Savanaya Kalpati Kutaha Punaste Что говорить о даршане? Когда кто-то повторяет ваше имя и думает о вас, то он достигает наивысшего. И таким образом они могут достичь наивысшего совершенства. Что говорить, даже швапачи, те, кто раньше готовили этих собак, даже чандалы,
Они становятся настолько чисты, что готовы совершать ягью. Нама-ягья, она наивысшая. Шадойопи саддха саванайо кал саванайо калпати кутаха пунасте бхагаванну даршанат аховато сапачато пикарьям джаджиу бхагре бартоте намату бьям те пустапасте юхуву суснударья брамьяну чурнам гринанти йете. И вот все эти разные шлоки, они могут доказать, что не столь важно, что в какой стране, какого цвета человек, из какой касты и прочее, варнашам дхарма, она применима к Индии. И если нет варнашрамы, то все равно, если они совершают харибаджи, они могут совершать харибаджи, но не могут беспокойство создавать. Согласно наставлению Кришны, если кто-то, ну, какие-то беспокойства в обществе создает, то это плохо. Эти гибриды, они одни проблемы в обществе создают. И вот если у вас есть сомнения, например, если я попрошу вас выйти замуж за какого-то жителя джунглей, если вы не готовы, то почему не готовы? В этом мой вопрос. Я могу пошутить на эту тему. И вот был один ученый в этом африканского происхождения, афроамериканец, забыл, как его зовут, но ученый был. Он был настолько разумен, что говорит. И однажды сидел в парке, и прекрасная женщина подошла к нему и со смирением сказала: «Я знаю ваше имя, я знаю вашу славу, и просьба к вам, если вы сможете жениться на мне, это очень хорошо, и если у нас будут дети, они будут очень разумны, как вы, и так красивы, как я». И этот ученый засмеялся и сказал: «А я думаю, наоборот, они могут быть такие тупые, как вы, и такие уродливые, как я, и что в этом случае случится?» И вот варнашрама дхарма, почему мы следуем варнашрама дхарме, мы должны глубоко погрузиться в этот вопрос. И вот я говорил о Нетаджи Субхаш Чандра Босе, он это осознал, что все не столь важно, в какой стране мы родились, в каком месте, в какой касте и прочее, поскольку после смерти мы, наше этот отождествление, ну, мы после смерти ничего не останется. Единственное, что останется, мы вспомним, что мы слуга Кришны, и мы должны это отождествление попомнить об этом. И вот эта социальная система должна тоже поддерживаться должным образом. Мы должны следовать этой системе, иначе проблемы возникнут. И люди, если будут делать то, что хотят, вне соответствия с этим, с варнашрамой. И вот те иностранцы, они, ну, не иностранцы, этим преданные, ну, иностранцы, можно сказать, они все мои буквально иностранные дети,
они обретут максимум милости. Я, сидя на Вьясасане, говорю об этом. Они чувствуют сердцем, что я всегда с ними в их комнате буквально. И вот все мои... И вот все они получат максимальное количество любви, и для них я оставляю все духовное, все мое духовное сокровище. И если они заинтересованы, они могут принять это, но но если они будут сомневаться, то что я могу сделать? И вот таким образом все, вся внешняя, вся эта варнашам дхарма, она внешняя, но все же мы должны следовать, иначе проблемы могут возникнуть. По крайней мере, весь мир, если не следует, то мы по крайней мере, которые пришли на путь Харибаджана, должны следовать этому. И вот суть в том, согласно нашим плодам кармы, мы должны родиться где-то, в какой стране, в каком месте, в какой семье мы родимся. Это зависит как раз от нашей кармы. Если у вас все хорошо, то родитесь в хорошей семье. Если нет, то нет, соответственно. Если вы сомневаетесь в этом, то в Гите я могу показать. Там описывается, что Арджун спрашивает Кришну, если кто-то будет совершать какую-то йогу, особенно если бхакти-йогу, то Арджуна вот спрашивает, например, кто-то совершает баджан, и после этого, если он не достигает успеха в своем баджане, то что происходит? Если он успеха не достигает в этой жизни, то потом что делать? Умирает он или еще что случается? Кришна говорит, нет. Если кто-то совершает какую-то йогу, гьяна-йогу, дьяна-йогу, раджгухья-йогу или бхакти-йогу, то в этом случае человек не умирает, но имеется в виду, не теряет своих этих заслуг, поскольку его душа, она поддерживается. Он не может деградировать, может, он не смог достичь успеха посередине пути, он пал, но все же он может обрести какие-то преимущества, и согласно степени его этого продвижения, до какого уровня он возвысился в прошлом, то вот с этого уровня он и начнет. In this material world, Namutro, after death, when he was living in this earth, in that case there was no problem as such, you know. And after death, surely he is not going to meet with problem, great problem. He cannot get lost. Ну и смысл в том, что он не потеряется, имеется в виду его духовные заслуги не потеряются, а в следующей жизни он их восстановит. Kalyano krit kaschit durgatim dato gachati. Who is already started yoga in his life? I mean, yoga means to get in connection with Krishna. Те, кто начали совершать йогу, имеется в виду, попытаются обрести связь с Верховным Господом, они, такие люди, не потеряются, они получат какие-то преимущества в следующей жизни наверняка. Сасвати самаха сучи нам сриматам дихе йога харшто обижаясти. Прапо, then maybe according to his. И вот тогда, возможно, согласно его действиям, человек он может совершать какую-то йогу, но из-за
и вот он может достичь наивысшего уровня, и после этого, находясь там долгое время, он может вернуться, чтобы родиться в какой-то прекрасной семье, чтобы достичь успеха. И вот где бы он ни рождался, то в этом случае он может обнаружить, что эта семья очень благоприятна. Я знаю много случаев, те, кто, те дети с самого рождения, они вот едят только вегетарианскую пищу, например. Но можно в такой благоприятной семье родиться, где отец и мать следуют всему этому. И вот они, и дети, соответственно, тоже так же никаких проблем не получают. И вот так можно родиться в какой-то очень благоприятной семье и вместе. И такие люди, они начинают свой баджан с того момента, на котором они остановились в прошлой жизни. Но такое рождение, оно очень редко. И сейчас, надеюсь, вы поняли, что родиться в хорошей семье, в хорошей стране, это не вопрос борьбы. Это зависит от наших прежних действий. И у вас может быть ложное эго, что Махарадж не любит нас. Нет, кто сказал об этом. Вы неправильно понимаете. И вот таким образом на 100% я могу доказать, что Варнашрам Дхарма, она очень эффективна. И вот согласно природе, они могут действовать согласно своей природе, и возвышенные саду могут определить, какое у них настроение, какая бава, что это бава брахмана, например, или еще какая-то, и таким образом у них есть право совершать харибаджан, и поэтому какой смысл думать о том, какого цвета человек, в какой стране родился и прочее. Дайва Варнашрама Дхарма, это не, она не пристрастна, она беспристрастна. И мы не должны думать, что у нас какие-то есть эти предубеждения. Нет, это Варнашрама Дхарма целиком и полностью научна, но в начале всего мы открываем матх не для того, чтобы хулиганов разводить. Нам не нужно матхов строить. Это просьба Шрилы Прабхупады. Мы должны создавать мобильные гауди-матхи. Может, у нас есть деньги, можем открыть матх в любой стране, но если у вас есть сила, мы можем создать мобильный гауди-матх. И вот Шрила Прабхупада говорил, вот, да, его спрашивали, что он 50 матхов основал, настолько он способный, но Шрила Прабхупада сказал, что лучше бы были мобильные такие передвижные гауди-матхи, живые гауди-матхи. И Шрила Прабхупада, он говорит таким образом, что мы хотим сделать гауди-матх в сердце каждого. Гауди-матх значит сочетание учения, сочетание Махапрабху. И вот суть в том, что если мы будем спорить на эту тему, то толку не будет. Мы должны понять сердце Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада хотел сделать 50 мобильных гауди-матхов, и те, кто сейчас хотят открыть матх, они могут посмотреть на ситуацию современных матхов, и поэтому можно заметить, что создать мобильный гауди-матх гораздо лучше.
Гаудия Матх мы создаем не для того, чтобы увеличить количество попрошаек. Это не цель Гаудия Матха, чтобы просто собирать пожертвования, есть это плохо. И вот, что Шрила Прабхупад хотел сказать, если они следовать будут Чайтанья Ване, то что говорить о брахманизме? Они могут достичь наивысшего уровня Кришна Премы, но никто не думает об этом, а заняты какими-то простыми вещами. И вот подумайте, если этот человек женится на том, это недозволено и прочее, прочее, я могу примеры привести. И тогда я опять вернусь к тому, что хотел сказать Шрила Прабхупад. С медицинской точки зрения, например, вы родились в стране, где ситуация другая, обстановка другая, климат другой, а вот вы женились на какой-то на человека с Африки, на негре как каком-то, и что случится в этом случае? В этом случае что можно ожидать? И в этом проблемы одни возникнут в бытовом плане, в генетическом и во всех остальных. И вот и климат не будет подходить, ну, какому-то из вас. Обстановка, если кто-то скажет, что мы влюбились друг в друга, то я могу доказать, что это не любовь, а вожделение какое-то. Я на 100% могу доказать, что это кама, а не любовь. Это слово «любовь», оно неприменимо в этом материальном мире. И хотя мы используем это слово, но оно не... Любовь, настоящая любовь, душа, и сердце, это применимо к слову «любовь», настоящая любовь применимо к душе, а не к телу. И вот это любовь, такой чистый термин, который применим к атме. Это естественно, одна атма, одна душа может любить другую душу, но наша концепция в чем? Кто-то спрашивает, что... А вот вопрос, значит, был в том, что если замуж выйти за человека другой веры, то хорошо ли это? Но Махарадж говорит, сами подумайте, что хорошего будет в этом случае, если отец, например, христианин, а мать мусульманка, то... Бедные дети. И вот, ну смотрите, если мусульмане приходят слушать харикатху, совершать сатсангу, то в этом проблемы нет. Будьте внимательны. Это очень хорошо, если они приходят, слушают харикатху. Но это... Ну, харикатху он пускай слушает, но в алтарную заходить сразу ему нельзя. Смотрите, вот в ведической системе, даже если человек родился в семье браманов, но он шудра, до тех пор, пока он не пройдет через самскары, и если самскары не пройдены, самскары – это реновейшн, это обновление буквально. Слово самскара, я не знаю, как перевести ее, трансформация буквально, как перевести на английский. И вот можно приходить и слушать харикатху, и после слушания харикатхи посмотрите, изменил ли он свою жизнь или нет. Вы говорите, что он... поддерживает свою исламскую религию и ходит на ведические лекции, но сможете ли вы это переварить, все это осквернение, все эти сложности? Вы возвышены до такого уровня, чтобы все это
переварить, смотрите, сначала вы посмотрите, если он приходит совершать сатсангу, то в этом проблем нет, но после этой сатсанги он изменит ли свое сердце или нет. И если он свое сердце не изменит, что толку от такой сатсанги? Я уже говорил, что если кто-то ходит в Гаудиамадх долгое время, даже лет там 20-30, но не чувствует необходимым изменить свою жизнь и принять прибежище у садгуру, то тогда Джива Госвами Пад говорит, что это не сатсанга. Сатсанга, она настолько важна, настолько, что она дает 100% результат, как осознанно или неосознанно, если мы примем яд, то яд, он будет действовать на наше тело. И также сатсанга, осознанно или неосознанно мы ее совершаем, но результаты, они последуют, как от принятия яда, как, например, Махапрабху хотел пересечь реку в Пичалде, там какой-то мусульманин был, у него было это... лодочником он был, и вот он помог переплавиться Махапрабху, и когда Махапрабху ушел, этот мусульманин, он был настолько, он буквально вдохновился Махапрабху, что упал без сознания, и это зовется сангой, и это зовется сангой, настоящая санга. Вот, смотрите, даже собака Шивананда Сены, эта собака не знает она, как сатсангу совершать, но Шивананда Сен, по милости Шивананды, она принимала учишку Махапрасад. Шивананда Сен, она шла за Шивананда Сеном до Нилачала, собака дошла. Но смотрите, собака потом пропала, никто не видел ее. И после этого, когда они дошли до Пурушоттам Дамы, до Нилачала, до Гамбхиры, Шивананда Сен обнаружил, что это та самая собака, она уже там, и Махапрабху сидел на камне и кормил эту собаку кокосом. Бери. И вот Махапрабху говорит, что таким образом Махапрабху дал харинам этой собаке, и эта собака, она пропала. И вот как это возможно было для собаки достичь такого успеха? Как это было для возможно для собаки достичь успеха в этом вопросе? И вот вы знаете, таким образом я могу привести пример, осознанно или неосознанно, обретя сатсангу, человек может изменить свое сердце. И вот если этот мусульманин, например, не меняет сердце, общаясь с вайшнавами, то нельзя сказать, что он настоящую сатсангу совершает. И если мы... общаемся с кем попало, мотивируют тем, что мы уже достаточно возвышены и преданы, то ничего хорошего не происходит. Это похоже на общение того, кто болит холерой, с больным малярией. В итоге один заразится малярией, другой холерой. В итоге вместо одной болезни будет две. И вот это не та процедура. И если кто-то совершает сатсангу, меняет свое сердце, то это уже настоящий сатсанга. Если нет, то, соответственно, нет. И вот я говорил, как это возможно для собаки обрести милость. И таким образом я могу доказать, что если мы заинтересованы в Харибаджане, то никаких проблем не может быть. А если какой-то анебхилаш есть, какие-то желания, то тогда можно спросить. И вот, например, если кто-то... И вот кто-то, например,
родился в другой стране, и какой-то человек имеется в виду. И вот отец и мать, смотрите, точнее, индусы, если уехали куда-то, родился ребенок в другой стране, то что в этом случае? С одной стороны, гражданство получит той страны, где он родился. First of all, we'll have to think. Maybe take birth there, but still, originally, blood is there or not? His blood is there or not? Or some problem is there? So this is this is very vital thing. So if there is climate and everything different, different kind of climate, даже климат другой, ситуация другая, то полностью быть в гармонии с супругом – это невозможно практически будет. И согласно ведической системе, если мы женимся, то навсегда. А сейчас… This is called actually not. This is not actually marriage. They don't know the meaning of marriage. А сейчас не так происходит. They have no idea about what is called marriage. You know. So. Многие не понимают, что такое супружество на самом деле. Мы должны следовать Варнашрама Дхарме, и также вот если не следовать, даже физические проблемы какие-то могут возникнуть от несовместимости, например. Кровь и прочие вещи несовместимы. Ну, Махарадж, пример приводит, что… Ну, в общем, какие-то эти медицинские проблемы тоже могут возникнуть. И вот, когда кто-то… Вот пример с переливанием крови, то… Тоже проблема возникает. Вот в Вриндаване был случай, один вайшнав умирал, и… А он не хотел принимать кровь от каких-то, ну, непонятно кого. И там один брахмачари с мадха нашелся, с брахманской семьи, вот он сдал кровь, и тот смог принять такое условие. Вот смотрите, в Кришна, рядом с Кришнанагаре в Чагде есть один человек. He is going to hear Harikatha all the time, everything. One day he was very sick. Посвящение он не получил, но Харикатху слушал всегда. И вот он почти умирал, и доктор посоветовал ему, нужно переливание крови сделать. И вот… И где ему переливание крови делали? В одном… В Калькутте очень этот знаменитый какой-то известный… Один из наилучших этих клиник. И вот и там ему сделали переливание крови, и потом… Доктор обнаружил там какие-то эти… То ли гепатит, то ли еще что-то. В общем, серьезная болезнь была там. И потом всю оставшуюся жизнь ему надо было лекарство принимать. И вот этот человек потом жаловался мне, что в самом дорогом госпитале в Калькутте сделали ему переливание, но… заразился, что потом люди будут говорить о нем. Потом другой какой-то ученый тоже эту генетику изучал. И пришел к выводу, что жениться, если как попало, то дети страдать будут. Нужно
правильную жену выбрать. Это вопрос не спора, а мы должны понять это. И вот суть в том, в Варнашрама дарме очень научно все. И если мы будем следовать, то мы получим прекрасный результат. Шрила Прабхупад в своей жизни, он согласно указанию Бхактивинода Тхакура, он хотел показать, что это возможно. Но мы настолько глупы, что не можем принять это. Шрила Прабхупад хотел сделать много чего, не только Дайва Варнашрама. В следующий день я буду говорить об этом. И вот Шрила Прабхупад хотел сделать Вишну Прияпали, организовать место баджана для Матаджи, ну, имеется в виду для вдов, пожилых и прочих, которые могли бы жить в этой Вишну Прияпали, совершать баджан. И Шрила Прабхупад хотел это все сделать, но Шрила Прабхупад установил какие-то правила и предписания, что Вишну Прияпали там никаких брахмачари не должно быть, только один Ишан Такур там должен быть, но потом все равно проблемы возникли. И Шрила Прабхупад сказал: «О, Кришна, я хотел сделать получше, чтобы они могли совершать баджи, но это невозможно. Поскольку обусловленные души, где бы они ни жили, в той стране или иной, проблемы возникают, и поэтому садусанга, она очень и очень важна. И через садусангу мы можем изменить наше сердце, это возможно. И вот я могу много примеров привести этому. И те возвышенные души, те, кто живут в матхе, чтобы вести нас правильно, если они, мы будем думать, что они не милостивы и не хотят идти на какие-то компромиссы, как-то находить гармонию с нами, то если мы будем думать так, то мы не будем баджан. Это показывает, что мы баджан не совершаем. А если мы совершаем баджан, то мы поймем, что все, что говорят вайшнавы, это совершенно. И вот в гоште баджане можно получить особые эти преимущества. Гуру вайшнава посмотрит на нас, увидят, если какие-то недостатки, они помогут нам избавиться от них. Кто-то может жить в семейной жизни, иметь огромную привязанность к семье, к деньгам и к прочему, прочему материальному. И если какой-то проповедник, так называемый, пойдет ему проповедовать, то такой человек, уйдя в храм, ничего хорошего ни в храме не будет, ни в его семье. И поэтому я много раз говорил. Что когда Сутадев Госвами говорил Харикатху, Шанакади Риши говорили, что мы знаем, кроме Вед, перед Сутадевом Госвами, Шанакади Риши говорили. Мы знаем, в Ведах, ну вот если кто-то не понял, честно, и вот мы знаем, что вы получили параматмик брахманатью, но все же мы не должны беспокоить социальную систему. И вот Шанакади Риши говорят, что что ты должен говорить Харикатху, чтобы даровать благо всем. Because you already heard from
И вот ты уже слышал все от Шукадева Госвами, Шукадева Госвами, твой Гурудев. И кроме Веды у тебя есть право изучать все шастры, Махабхарату, Рамаяну, Бхагаватам и прочее, ты можешь говорить об этом. И вот согласно нашему ложному эго мы можем возмутиться, почему мы не можем изучать Веды. И кто-то вот часто занят в одних спорах. Я в прошлый раз говорил, что вот этим категориям людей, стри, шудры, падшие брахманы, то есть женщины, шудры, движабанту, эти падшие брахманы, вот как такие, как Аджамил, он был брахман, но пал в итоге. Сердце Аджамила было очень хорошо, но он упал со своего положения. Стал хуже, чем шудра, ниже, ниже. Ашвадхама также, он из брахманской семьи, но из-за зависти он убил 5 этих детей панчапандавов и стал очень бессердечным. И получает до сих пор наказание Кришна. Не прощает таких. До сегодняшнего дня Ашвадхама совершает баджан во Вриндаване, рядом с Нандаграмом, Ишай Гауни. И сейчас даже кто-то может смотреть, и он совершает баджан, чтобы избавиться от своих аппаратов. Он совершает дама-севу, очищает даму, поскольку Кришна не дарует ему милость, он не прощает его. Но дама – это Баладев Татва, и поэтому Джагай Мадхани тоже хотели получить севу от Гуранги. И вот в этом Джагай Матхай Гати они очищали гат, они кланялись Гуру Вишну всегда, и таким образом они ну и таким образом пытаются искупить свое оскорбление. Вот Ашвадхама, например, он вообще не брахман, он падший. Стри Шудра Диджабандху нам. Вот эти три категории, у них нет права изучать Веду и Веданту. Они не могут яги совершать так же. Thought it necessary to compile Mahabharata, and Mahabharata Goswami should not go through Mahabharata. Он почувствовал необходимым составить Махабхарату, но Шрила Прабхупада говорил, что нам не нужно ее изучать, поскольку мы будем только запутаны. Это Рамайна и Махабхарата, Джая Грандхи, но все же какие-то проблемы могут там быть. Мы можем запутаться там, почему одни решили то дело, другие второе, Ведавьяс третье. И поэтому Бхактивинода Тхакур советует нам изучать читание Бхагавата. Даже читание Чайтамриту нам не обязательно изучать. Лучше читание Бхагавата. Шрила Бхактивинода Тхакур дает нам такой совет, что говорить о Бхагаватам. Если вы слушаете Бхагаватам из лотосных уст чистого Вайшнава, кто сам есть Бхагават. Ну, конечно, вы сами можете практиковать, но не слушая Харикатху, вы не сможете понять, что есть что. И таким образом можете только запутаться. Я уже говорил, как кто-то много книг изучает, потом приходит к мнению, что Джива Госвами Пад был против Рупы Санатана Госвами, и вот такая... Такие противоречащие заключения некоторые делают от изучения слишком многих книг.
Мы, наоборот, должны слушать от Гуру Вайшнава, чтобы не попасть в такие ловушки. И вот смотрите, Ашватхама, он падше был, и много таких, как Аджамил и прочие, они падше. И вот и в Харибаджане, если кто-то падает после принятия саньясы, то у него нет права брать себе старое имя. Например, он был в Варнашраме, то в свой ашрам он не может возвращаться. И тем более не может иметь такую наглость, как брать прошлое имя. Например, он получил посвящение, принял отреченный уклад жизни, и имя соответствует, а другое принял в Ачюту, а Готру перешел, а потом, если он пал с положения саньяси, хочет вернуться в свою семейную жизнь, то эту Готру он уже не может принять, и называться прежним именем тоже не может. Сейчас он вне Варнашрама Дхармы. Харибаджан он может совершать, никто не запрещает совершенство достичь, тоже может, но называться прежним именем не имеет права, и Готри он уже своей не принадлежит, он уже вне кастовой, вне Варнашрамы. Но смотрите, Харибаджан может достичь и начать Харибаджан и достичь совершенства. В этом нет запрета. И вот Дайва Варнашрама Дхарма Махапрабху, я говорил, что Махапрабху никогда не хотел беспокоить обычных людей и эту систему Варнашрамы. И вот я уже сказал, когда Рупа и Санатана, они отправились в Пурушоттаму Даму, они находились там с Санатаной Госвами, и они не спорили, что могут пойти в Джагнат Мандир. Нет, они выражали смирение, что у нас нет права войти в храм Джагнатха. Мы падшие души, всю жизнь мы общались с яванами. И вот у них было такое смирение, и они жили с Хаддастакором, и Махапрабху тоже не давил на них, почему, идите, заходите в храм Джаганатха с нами. Нет, Махапрабху не говорил такого. Хаддастакор, он никогда не хотел заходить в храм Гамхиры. Махапрабху сам Джаганат, он даровал им свой даршан, смотрите, насколько они удачливы. И вот Харидастаку, когда говорил, что я не могу заходить в храм Гамхиры, поскольку я падший, я из семьи яванов, скажите Махапрабху, чтобы я не смогу прийти, несмотря на его просьбу. И вот в тот день я также говорил, что Харибаджан Апракрита Брахманатья, она совершенна, и можно следовать этому. Вамшивадас Бабаджи Махарадж, Горкишвадас Бабаджи Махарадж, если посмотреть на их жизнь, то мы найдем это. И вот Калидас, это дядя Рагунатх Даса Госвами, он совершал прекрасный баджан, он имел огромную веру в Учиштху Вайшнавов, в остатки пищи Вайшнавов. Все время он собирал остатки пищи Вайшнавов, это был его баджан, и вот он, такой баджан у него был, принимать остатки пищи Вайшнавов. Однажды Джарут Хакур, он с очень низкое кастое происходило, и вот Джарут Хакур, можно в Гору Паршадах найти его славу. И вот Калидас пошел с ведром спелых манго, и вот пошел, поклонился ему, и вот он, они сели там на веранде, и обсуждали Харикатху, и он поклонился этому Джарут Хакуру с великим почтением, и это называется настоящая санга. С огромной любовью он поклонился ему, и вот там, когда он дал ему манго и сказал, что вот это спелое манго, предложите Господу, и
примите. А Джару Тагур ответил, что вы мой гость, моя обязанность приготовить и накормить вас, но я с низкой касты, я не имею права готовить вам, я могу дать продукты каким-то браманам, вайшнавам, они приготовят для тебя от моего имени, и если вы примете просад, я буду очень доволен. А Калидас сказал, что только поел, я не голоден, я пришел сюда, чтобы принять, получить ваш даршан, слушать Харикатху. И когда Калидас ушел и сказал, что манго нужно прямо сейчас предложить. И вот Калидас, он... И вот когда тот ушел, то этот Джару Тагур, он сказал жене, чтобы помыла манго, в уме предложил Кришне, и начали они есть это манго, а шкурки с косточками кидать в урну рядом с домом. И вот, когда они доели свое манго, выкинули эти шкурки с семенами в урну и ушли, то этот Калидас пришел к этой урне и начал есть, доедать эти шкурки и семена манго с огромной радостью, плача от счастья. И таким образом этот Калидас обрел совершенство. Какого совершенства? Наивысшего. Через служение учишки остатком пищи вайшнавов. И вот если у нас есть такая огромная вера, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если у нас есть такая вера в вайшнавов, мы не должны спорить. Мы должны следовать тому, что написано в шастрах. Это не какая-то слепая вера. Нет, мы должны следовать, и мы обретем результат. И у нас есть, должна быть огромная вера в гуру и вайшнавов. И таким образом Калидас, он достиг успеха. Смотрите, все Чайтанья Махапрабху никогда никому не позволял принимать воду, омывшую его стопы, но он позволил это сделать Калидасу, поскольку у него была огромная вера в остатки пищи вайшнавов. Он целых три раза принял эту воду, и вот когда Махапрабху заходил в храм Джаганнатха, то Говинда, он омывал его лотосные стопы водой, и Махапрабху заходил в храм. Такова система была, и Калидас там находился, и Махапрабху, когда омыл свои стопы, и Калидас, он взял полную ладонь, полную пригоршню этой воды, омывшей стопы Махапрабху, и выпил потом второй раз и третий. Даже птицы и животные не могли эту воду, омывшую стопу Махапрабху, принимать, но Калидас он позволил, благодаря его огромной вере в остатки пищи вайшнавов. А мы спорим, почему так, почему и так, так и так. И вот те, кто совершают баджан, те возвышенные саду, они ведут нас. И если у нас нет веры, то тогда мы будем спорить с ними и не сможем следовать им. И тогда гошчи баджан станет бесполезен. Гошчи баджан, он успешен, если мы следуем правильным предписаниям, установленными Шрилы Прабхупадой и Бхактивинодом Тхакуром. А если мы следуем, и вот если мы следуем их правильным предписаниям, то на пути гости баджана мы достигнем успеха. Обусловленные души, иногда ложное эго развивают, не могут следовать, но вероятность очень высока. И вот гости баджан, он очень опасен, когда мы... И вот когда какой-то возвышенный саду... Согласно Дайваранашам и Вайшнаве, они лучше из браманов. Будь они выше браманов. Somebody,
И вот пример Махарадж приводит. Кто-то готовит в храме, например. И этот человек очень вожделение много у этого повара. И вот он готовит в храме. Но Шрила Прабхупад никогда так не говорил. Шрила Прабхупад говорил, если у нас какие-то недостатки, мы должны достичь этого брахманизма, по крайней мере, и потом можем совершать служение. Чтобы начать совершать служение, у нас должен быть брахманизм. И поэтому Шрила Прабхупад занимал преданных в конкретном служении. Кто-то убирал, кто-то готовил, кто-то поклонялся, кто-то еще что-то сделал. И таким образом Шрила Прабхупад различных преданных занимал в различном служении. А сейчас что происходит? Приходит какой-то человек в Мадху, ему сразу и шафану одежду, и саньясу дают, и поклонение, и все, что хочешь. Но раньше такого не было. И вот, а сейчас, смотрите, на пути Гошти Баджана, например, если кто-то готовит, и этот повар полон анартх, вожделения и прочих проблем. И те, кто, если тот, кто говорит харикатху, например, он полон прачишти, полон стремления к славе и почести, то в этом случае, смотрите, даже если есть какой-то возвышенный преданный в этом храме, но смотрите, в этом Гошти Баджане все участники этого храма, они делят эти грехи или оскорбления, которые возникают в процессе баджани, они делят между собой. Точнее, не они делят, а они автоматически делятся. Например, 20 человек в храме живут, один что-то совершил, какое-то оскорбление, а все остальные из-за того, что они живут в одном храме, и часть этого оскорбления получили. Ну, также смотрите с успехом и с чем-то положительным. Если мы сможем следовать каким-то великим вайшнавам, то тогда мы достигнем успеха. А если происходит какие-то неправильные вещи, то мы из-за этого Гошти Баджана потеряем силу. Кто кого может защитить? И вот Гуру Вайшнава, они даруют милость нам. Но у нас не всегда есть возможность принять эту милость, и мы спорить будем с тем или иным Махараджем, что не могут с нами организоваться. Но смотрите, и вот смотрите, not that Maharaj cannot break his acharan. Maharaj can give you kippa. If you have your power, if you have your desire to keep, you can keep. Not that Maharaj cannot adjust. You will have to adjust with Maharaj. И вот согласование и this is called adjustment. Adjustment doesn't mean Maharaj can leave all his acharan, everything, and come down to Shudra level like you. Ну, что значит согласование или адаптация? То есть это значит, что мы должны адаптироваться к вайшнавам более высокого порядка, а не так, что вайшнавы более высокого порядка должны опускаться до нашего уровня. Это неправильно. Этикет, характер – это очень важно. И на каком уровне вы находитесь, я не заинтересован в этом, как, где вы сейчас. Поскольку у вас есть возможность, вы можете достичь любого уровня. Вам не обязательно оставаться всегда на своем, на котором вы были. И вот те великие саду, я знаю много примеров, и один приведу вам. В Гошти Баджане мы должны следовать возвышенным гуру вайшнавам, которые подобны докторам. Я пример приведу. Вот есть, был такой бхакта Такур Да, его звали. И вот много этих бхактов. Бабаджи было
И вот был какой-то трибуна, ну, он не расслышал имя, он Бабаджи от Шрилы Прабхупады получил, и Мадхуранат Бабаджи Махарадж, он тоже от Шрилы Прабхупады получил, Бабаджи Виш. И вот они в Гаудимадхе, те, кто принимают такую эту одежду Бабаджи, они буквально резервная сила. И вот если великие доктора, они пытаются нас излечить, и если у нас есть наша вера в них, мы можем принять их наставления, их поведение, их характер, иначе если мы не сможем принять их пример, то в этом проблема. И вот пример Такур, у преданного Такурда. Он жил с Шрилой Бхактивиданта Мадхава Госвами Махараджем. И вот он был Бабаджи Махараджем и получил вещь от самого Шрилы Прабхупады. И те обусловленные души, которые жили в храме, они не слушали его, не следовали его примеру. И однажды киртан происходил, Бабаджи Махарадж, он совершал главный киртан во время арати, это его служение было три раза в день. И вечером пришел какой-то новый преданный и начал играть карталы, не в ритм совершенно, и Бабаджи Махарадж совершал свою арати, на мриданге играл, и этот преданный показал ему один раз, второй, третий, чтобы он ритм поддерживал. Вот он пел и играл на этом, на гонге, а этот в караталы неправильный. Вот два дня, три, четыре, и вот Бабаджи Махарадж ему каждый раз говорил, что нужно играть как следует. Лучше вообще не играете, если не умеете как следует играть. А тот не слушал, и однажды Бабаджи Махарадж совершал киртан с такой бабой, и тот опять начал неправильно играть, и Бабаджи Махарадж кинул палку от гонга в него. И после этого арати кончилась, и пуджари прасад дал Бабаджи Махараджи, Бабаджи Махарадж сам не съел, а позвал того преданного, в которого кинул палка. И Бабаджи Махарадж, он пришел к нему в комнату, тот с любовью сказал ему, я тебе уже пять дней говорю, что не нужно караталами так играть, ты только мое служение беспокоишь, я пою для Господа, это мое служение, и поэтому ты должен ритм поддерживать, если не можешь, лучше не играй на караталах, зачем это делать, я сегодня не вытерпел, кинул палкой в тебя, поэтому не обижайся, вот бери просад, обнял его, и Бабаджи Махарадж хотел показать ему, что таким образом, как вести себя. И вот потом другой Бабаджи Махарадж жил в Майяпуре, не помню, был в Зазалине. И вот Мадхава Госвами Махарадж не была однажды в храме. И вот какой-то брамачари сказал о этом. Какой-то брамачари сказал этому Махараджу, что он тут ничего не делает, только ест и спит. А он не понимал, на каком уровне Бабаджи Махарадж находится, его положение. И этот брамачари вот так он очень жестко, так сказать, оскорбил Бабаджи Махараджа, что тот обиделся, зашел в свою комнату и три дня не выходил оттуда, ни воды не принимал, ни еды. И когда Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж приехал, какие-то брамачари ему сказали, что вот Бабаджи Махарадж три дня не выходит из комнаты,
три дня там сидит, а что случилось? И сказали, что тот брамачари оскорбил его, и чтобы спасти его, он зашел в свою комнату и три дня не выходит оттуда. Вот с этим, с багажом Шрила Бхакти Дайанта Мадхава Госвами Махарадж пошел туда и сказал: «О, Бабаджи Махарадж, вы мой брат Боги, пожалуйста, откройте. Мой ученик, он, все мои ученики, они мои дети, и это ваши дети. Вы должны простить их, пожалуйста, простите. Откройте дверь, иначе я тоже не буду есть и пить. Я вот приехал издалека только что, и Бабаджи Махарадж был вынужден открыть дверь, и с слезами на глазах они обняли друг друга, и это закончилась эта история. И таким образом Бхакти Дайанта Мадхава Госвами Махарадж показал, что есть, как себя вести нужно, и если нет, то... Он показал, что если нет таких возвышенных вайшнавов, подобно докторам в больнице, которые могут исцелить нас, то что толку от этого, от такой организации? И поэтому Шрила Прабхупада хотел, по крайней мере, помочь нам достичь уровня брахманизма, иначе все шудры, что они могут сделать? Могут они пришли через Анугати, могут совершать баджан и возвыситься постепенно. И те возвышенные люди, те, кто возвышенные преданные, которые совершают баджан, они могут поддерживать свой сабаджан. И в тот день я говорил, что завтра буду также говорить об этом. Если я выражаю почтение кому-то, то это мое выражение почтения может помочь нам в харибаджане, то что плохого в этом? Шрила Прабхупада говорил. И вот если я выражаю почтение кому-то, это помогает мне в моем баджане, то что плохого в этом? И вот сва-баджан, значит, те, кто совершает настоящий баджан, у них есть какие-то принципы, правила, они не нарушают систему. Кришнадас Бабаджи Махарадж совершал киртан во время парикрамы, но свою систему баджана он никогда не нарушал. Он всегда повторял харинам и днем, и ночью. Все во время всей парикрамы он играл на мриданге, пел киртан и не уставал. Еще всю ночь харинам повторял. Смотрите, несмотря на то, что он участвовал в парикраме, он свой свабаджан, свой скрытый такой сокровенный баджан, он не прерывал. Но также он был готов помочь другим. Если мы готовы принять его помощь, можем принять, а не готовы, то, соответственно, нет. Как поддерживать свой свабаджан, я буду говорить в следующие дни. Какова процедура, как мы можем свой свабаджан поддержать и в то же самое время не нарушить систему. Baba speaking now, Gauri Hospital, number one bed, this patient is this kind of disease, number two bed, this patient having this kind of disease. И вот Шрила Прабхупада пример приводит, что в больнице, например, разные эти пациенты с различными болезнями, согласно их болезням, мы должны лечить их. И вот если Ачарья, великий вайшнав, он не лечит нас, то тогда мы... То есть если он не может нам помочь исцелиться от наших болезней, то мы вынуждены будем пасть. Наша Анугати, она поможет нам, и те вайшнавы, они заинтересованы в том, чтобы пролить свою милость на нас. Я говорил...
that the devotee is now in this stage. You cannot break his either is you know sadharma, I mean duty at present. И вот какой-то преданный занимается каким-то служением, вот, и он не может изменить эту свою систему служения. И вот в семейной жизни, например, те, кто привязаны к своей семейной жизни, нельзя их просто брать и вытаскивать из семьи, приглашать мат, сразу саньясу им давать и прочее. Это одни проблемы в обществе создает. Они обречены на неудачу и одни проблемы случаются. И вот Кришна говорит, у меня нет никаких обязанностей, но я их делаю. И вот великие риши муни, они спрашивают совета у Джанаки Махараджа, но Джанак Махарадж сам, смотрите, следует всем правилам и предписаниям. Иначе, если бы он так не делал, как бы он мог занять других в служении? И поэтому вот обязанность ачарьи самому делать и таким примером подавать пример другим. И вот следующий день я покажу вам, что значит сва-баджан, какова тактика Радхарани. Я могу показать вам следующий день, и чтобы все возвышенные преданные, они не нарушали свои системы баджана, они совершают свой баджан, и в то же самое время они оставляют достаточно времени, чтобы помочь нам понять Сиддханту, общаться с ними и чтобы мы получили вдохновение совершать баджаны, поэтому, пожалуйста, не спорьте, это плохо. И вот много примеров я могу привести. Я могу показать умонастроение Шрилы Прабхупады, как он воплощал Дава Варнашрама. То есть просто носить тилаки малу или священный шнур – это мало. Это не система. Шрила Прабхупад никогда не говорил так. Сейчас система нарушена, к сожалению, что же делать? И вот мы попытаемся понять, что такое свабаджан, как возвышенные преданные, они могут помочь нам совершать баджан и в то же самое время могут совершать свой баджан, чтобы помочь нам. И сейчас я хочу остановиться, если какие-то вопросы можете спросить, я отвечу. И вот я хочу рассказать о Шриле Прабхупаде и его учении, поскольку многие не понимают этого. Никхило бхувано майя чинна бичинна карти бибудо бахуло мегьям мукти маханта датри ситилито бидирага раддара дешадани Биласату хиданитям бхакти сиддханта бани ванча калпатурвасика басинди бхавжа патитанам павану бхавишна бьо намо нама.